Отделение у нас соматическое идет и с неврологическим тоже уклоном. Ребятишки лежат с бронхитами, мании лежат. Даем все условия, как можно максимально приблизить к домашним условиям. Все делаем для того, только чтобы детки у нас были и выздоравливали как можно быстрее. Отдельно могут лежать ребятишки, если необходимо в изоляции. Имеется инкубатор, это если ребенок не держит температуру тела. Конечно, хотелось бы не попадать. Вообще персоналы, врачи по-хорошему, в принципе, рассчитывали на большое количество времени провести, но слава богу. Благодаря врачам, надеюсь, что вот нас выпишут.